Ну, вообще, обнаглел. Девочки, всю пенсию получил, половина пропил. Там я даже не смотрела, нисколько. Лёва вчера уже кошелек притащил мне. Мама на, потому что он оттуда тыщит, таскает, блядь, таскает, таскает. А он с утра уже меня караулит здесь. У меня нет порошка, моющих, колющих. В общем, короче, смотрите, вместе пойдем, вместе пойдем. Потому что знает, что если вместе пойдем, я куплю, да, по полной. Ага. Хитрожопый какой. Ну, а я ему говорю, а ты пенсию получил, надо было сразу идти и все покупать. И все покупать. Мне бы хватило чего-то. Чего тебе хватило? Там что осталось-то, блин, хватило. 22-го получил пенсию, сегодня 26-го. 4 дня. На 4 дня его пенсии хватает. Так там же ты что осталось? Половину больше даже. Да, больше, ну. Угу. Да, да. Так что отдыхай, Михалыч. Отдыхай. Да, сейчас. Боже мой, какая красота. Краснодар, днем плюс 22. Ночью 12-14. Вот, девочки, честно скажу, не хочу никакого снега, не хочу никакой слякоти. Я просто наслаждаюсь вот этой красотой, вот этим мальчиком, приучаю, девочки, его ходить рядом ко мне. Время 8:50 утра. Шик, просто шик. Слышите, как шелестят листочки? А мне еще нравится, когда падают такие, такой звук стоит. Но роса лежит прямо сильная. Сильная роса, такая мокрая, холодная. Смотрю здесь. Видите? Дубы растут. Но они идут уже, знаете, видимо, не знаю, то ли на них. Какая-то дубы тоже, оказывается, болеют. Какая-то болезнь, видимо. Видите, белые-белые пятна. Дубки молодые. Траншею прокопал работник. Вот здесь женщина, кстати, в храме была, которая прямо полностью восстановила весь ландшафт. Вот такая умничка была. Сейчас я ее не вижу. Такие цветники у нее. А там вот мужчина в этом году работает. Вот все, бросил. Вот давно уже. Принес, бросил, даже не посадил. Видите, все вот. Прямо жалко. Вместе с землей брошенные. Ну, не доделывает. Видимо, работы много. То в одном месте, то в другом месте. Нету такого порядка. У нее прямо четко было. Вот женщина работала. Те года у нее прямо четко. У нее все красиво. А тут, видите, и заросшие, и всякое. И проволочка оградительная уже вся помялась. Ну ладно, хоть траву скосили, знаете, пропололи. А то прям ведь совсем они в траве стояли. Дубки. Хорошие вот эти вот. Вот эти вот уже большие. Но я где-то слышала, что дубы тоже болеют. Видите, у них. Видите, лист какой становится. Или это может под осень. Такой вот. Но они и летом белые тоже были листья в траве, когда стояли. У меня знакомая была. У нас сад, когда был в Челябинске. Знакомая Любовь Ивановна была. Они откуда-то из Сибири привезли дубы и посадили ради интереса. Или, не знаю, ростки, по-моему. Посадили, у них выросло 5 дубов. А они ж, им же место надо, а участок небольшой. Ох, она начала как маяться с ними. Вот она мне рассказывала, что дубы тоже болеют. Что за ними уход нужен, знаете, как за помидорами, с огурцами. Ой, как хорошо. Обалденно. Просто обалденно. В общем, девочки, утренние прелюдии. Кто не любит такие прелюдии, которые говорят скучно и все остальное, те на развлекательные каналы, пожалуйста, девочки, идите. Молодые особенно девочки. Ждут каких-то трэшей от меня. Красота, благодать. Благодать. Вот уже нескольких людей встречаю,
которые мне говорят: Лена Павловна, благодаря вам мы переехали на Юбилейный, в Краснодар, к храму, искали квартиру. Но это у кого деньги есть, потому что здесь очень дорого все. Жилье дорогущее. На эти деньги можно купить две квартиры в Краснодаре. Река обмелела совсем, совсем. Что, пойдем на речку? Очень мой благодарный слушатель, мамин благодарный слушатель, Тюсик. Девочки, я по таким затонам хожу. Где бомжи жили, где бомжи молодые жили. Я хожу здесь. Кошмар какой-то. Куда он меня затащил? Это вообще, Тедди. Пошли. Вот так вот. Вот так живут у нас. А чё? У храма на мусорке. И вещей, и чё только нету. И живи не хочу. Вот висит. Фитотерапия. Пошли. Вот это мне интересно. Очень. А летом-то не видно их было. Здесь же все было заросшее. Вот осень оголяет все. Смотрите, молодые орехи. Орешни молодые. Их и не видно было здесь, как они тут жили. Девочки, видите, вот дорожка, как велосипедисты бегают, как бегуны бегают. И все, песок, обрыв. Смотрите, река-то как обмелела. Пароход ведь ходил. Гидроциклы. Одни чайки в затоне. А за ночь, знаете, вчера видела, за ночь, видимо, где-то это... Ну, вот вода течет, да, видите, вытекает. И где-то за ночь, видимо, пересохло. И рыба осталась. Ой, как они вчера бушевали, чайки. Я сразу Болгарию вспомнила, как там орали чайки с утра до вечера. Гуляем, прям тепло, хорошо. Прекрасно. Одеваю вот эту льняную куртку. И прямо идеально мне в ней сейчас. Или жилетку с утра. В общем, теплый костюм не одеваю, потому что потом вот так идти, и уже жарко становится через час. Девочки, хочу показать вам. Покупаю вот такие вкусняшки для Тедди. И в этот раз что-то такое вонючее, прям невозможно. Посмотрела производителя. Легкое баранье, 50 грамм. Удаляет зубной налет. Кого тут зубной налет? Оно мягкое. Вот это сласти в пасти. Лакомство для собак. Без ГМО. Ну, невозможно. Девочки, невозможно. Такой, даже, знаете, не хочется собаке давать, потому что очень-очень невкусно пахнет. Прямо отвратительно. Так и должно быть, скажите мне. Михалыч, в общем, вчера перебирала у Лёвы, перебрала все, что можно там. Брюк целая куча, наверное, штук 10 брюк. Я себе отобрал. Он только 5 себе отобрал уже. И говорит, буду ходить в брюках. Я не против, ходи в брюках. Но пиджак не надо одевать в магазин. С галстуком пиджак куда? А черт, мои все так ходят. Ну, это дебилы только ходят так. Я же стихотворение сочинял. Отговорила. Я не могу, меня уже трясти, сразу начинает. Давай стихотворение прочитай. Ну, читай, чего, читай. Съемка же идет. Ну, читает, говорила Руши. Спускается туман. Ну, погромче, поближе. Кавказский гор спускается туман. Наверное, будет скоро ураган. Создал нас ветера, и это Краснодарский край. Ты пьяный, что ли? Нет, полупьяный. А, и, ты с утра люди... уже, что ли? Да я не пил еще, вчера только пил. И люди здесь живут нормальные. Так у тебя это состояние. Овощи. У тебя состояние, постоянное состояние. Я бы это слышали уже. Да? А я думал, вы слышали. Может, забыли уже? Ну, не хотите, не надо. Ну, ты не умеешь стихи-то читать. Чистить не умеешь стихи-то читать. Пришел, значит, дай капсулы для стирки, дай. Молодец. Денег дай. Да. Тедди, не балуйся. Тедди, молодец. Взять. Ладно, пошел. Что, так в магазин пойдешь, что ли? Да, я что, плохо выгляжу. Нормально все так ходят. Интеллигентные люди. Ну, что можно сказать.
одни слюни остались. Тадичка, где оттуда? Нельзя так. Не, нельзя. Отойди. Так, разобрать посуду надо. Я знала одного мужчину, который всю жизнь проработал главным энергетиком, ничего не делал толком. Ну, сидел в кабинетике. И все время под шофе. У него это было состояние шефное. Хоть с утра, хоть с вечера. Ну, добродушный такой. Мужчина был прямо добродушный. Кожаный плащ носил такой, знаете. Возьмет портфельчик. С портфелем. И балагур, как Михалыч. Зальет и пошло, поехал. Девочки, молоко, 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 молоко. Блин. Кашка, малашка. Кашу варю. Пятизерновую. С ананасами. С утра. Что-то захотелось кашки молочной. И вот. И на работу уйдет, она его проводит на работу. Вася, Василий Николаевич, что ли? Василий Николаевич, не пей. Не напивайся сегодня. Засыхай, девочки. Веди себя нормально. А у того раз то разнарядка, то еще что-нибудь там. Он с утра уже, с утра готовенький, ему все несут там. То на двоих, то на троих. Потом уже носить не стали. Потом уже начали потихонечку его от должности. Там уже парни пошустрее пошли, помоложе. Вот. И так потихонечку они его отвадили, девочки. Стал он уже не главным инженером, стал мастером участка, а потом все ниже и ниже, ниже. И, в общем, а интеллигентность-то не пропала, девочки. Спился, но интеллигентность не пропала. А жена у него была типа меня. Ну, такая, знаете, и строгая, и погоняет, и дома все в порядок, чистота, но все время. Василий Николаевич бегает за ним. А он домой придет. Ну, в общем, девочки, вот у нас в России, мне кажется, таких навалом. Семей того поколения. Молодое поколение, может, уже не то, а то поколение, да. И все время все семья на женщине, все женщина. А он с работы где-то шарахается, потом домой придет уже. Полночь, не полночь, супика похлебает, спать ляжет, утром опять на работу. А что, все чистенько, наглажено. Все красота, порядок и чистота. Ну, это вот, знаете. И так он прямо, девочки, уже на пенсии был. Уже был на пенсии и все ходил, все носил пиджачки. Пиджачки у него были, брючки были. Ну, а Михалыч-то куда собрался? Пиджачки, брючки. Что, пойдет в магазин, что ли? Мне даже интересно посмотреть. Даже интересно посмотреть, что он так пойдет. Так, какой дорогой? Не знаю, ушел, нет. О, девочки, что такое? Фиксация экспозиции. Боже мой, фиксация экспозиции. Что, вчера протирала уже опять окна. Боже мой. Сирой 2 дня поездили, дома бардак. Везде бардак. Не знаю. Не, мне кажется, он так не пойдет. Что, в нарядном пиджаке от Наташи Купиной пойдет. Леша ему подарил. За 2 бутылки пива! Пиджак! Да нет, просто отдал. Так, ну что? Не будем ждать. Я хочу завтракать, потому что время уже дофига. А мне надо ехать в Зару штаны спортивные Левины поменять. Они ему маленькие. Ну и вот, девочки. Про функционеров советской закалки. А есть мужчины, которые всю жизнь на руководящей должности, и у него жена за ним как за каменной стеной. Она ничего не знает. Ей все привезут, увезут. Она знает дома. И дома бардак всегда, слушайте. Сидит целый день дома, не может ничего сделать. Дома бардачелло, дети вообще черти что, нечесанные, не мытые. И она приходит, домработница Татьяна Ивановна приходит, там помоет, ей уберет раз в неделю. Унитазы почистит, ну там вообще ужас. Придет, потом плюется. Вот так вот. Так что, девочки, разные семьи. Разные семьи, разная жизнь. И он доволен.
И он доволен, функционер. Всю жизнь при делах. Меняет машины. Три любовницы. Там на ужинается, домой приедет ночевать. Ей без разницы, во сколько он приедет.